Третье видео еще более далеко, идущая идея для более таких глубоких, основательных результатов. Почему на нее вышли? Потому что, не знаю, как у вас, ну, я для себя решил, начало ноября и вот до 20-го какие-то непонятные дни были, что-то как-то утрясается, что-то какой-то хаос, но почему так происходит? То есть нужно везде разглядывать выгодное решение. И какое решение я увидел? То есть первое решение я увидел, что можно в несколько раз больше извлечь выгоду из фиксированного дисконта. Следующее решение, еще более такое грамотное, основательное, более далеко идущее, это вот решение, которое еще сейчас продемонстрирую. И оно того стоило. То есть стоило 20 дней для того, чтобы разглядеть ситуацию. То есть есть еще более выгодная стратегия. Есть у меня закрытая группа, она называется интенсив, то есть мой закрытый блог, где я даю некоторые технологии работы, опробованные уже на нескольких компаниях годами. Ну, это та технология, с помощью которой я в первый месяц построил структуру 38 человек в первую линию только привел. Она эффективно, она работает, и сейчас нужно просто ее адаптировать. Для тех, кто согласен, мы ее адаптируем каждый день, то есть я выкладываю видео, даю все инструменты, как нужно работать. Вы можете видео дать тем людям, которые тоже согласились, да, на это повышать свою эффективность. То есть каждый день быть лучше. Для тех, кто согласен каждый день быть лучше, пожалуйста, можете это использовать. Я имею в виду моя команда. Либо если вы в Skyway Invest Group и вас нет в корневой, вы можете прийти в корневую. Потому что очень часто так случалось, что у меня в структуре случалось, что люди приходят в Skyway Invest Group, они где-то в 6, 7, 8, 3, 4 поколении. И ну, физически спонсоры не всегда просто с ними могут работать. Либо не физически, там не хочет спонсор работать. Бывают такие ситуации. То есть люди могут перейти как бы в корневую компанию, те, которые хотят работать. И возникает компрессия, то есть вылетают вот эти вот прокладки, которые не дают с людьми нормально эффективно работать. И повышается эффективность. Плюс у вас еще деньги за это хорошие идут. То есть почему в корневой выгодно работать? Потому что работа идет у нас, оплачивается и долями в компании, и деньгами. Если вот мы, кстати, сейчас еще добавим, если вы сделали оборот на 100 тысяч долларов, то вы заработали 15 тысяч долларов деньгами. Это у нас получается где-то 1 000 000 рублей. И если вы еще заработали 15 тысяч долларов в корневой компании, вам еще идет на опционный счет. То есть на эти деньги вы можете купить акции. Если мы сейчас посмотрим, какой пакет вы можете купить на 15 тысяч долларов. Так, 15 тысяч долларов, это у нас идет дисконт 445. Умножить на 445. 15 тысяч умножаем на 445. Правильно? Да. Вот. И получается, внимание, обратите внимание, вот сейчас вот на эту цифру. 6 675 тысяч. Долей. То есть в данном случае компания не только даст вам 1 000 000 рублей, но и 6 675 долей. У них номинал, даже сейчас посчитаем, сколько это будет номинал. $6675 умножить, ну, возьмем 67. Так, 6675 умножаем на 67. 447
миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Вроде все так. 6 миллионов 675 умножить на курс доллара 67, получается 447 миллионов рублей. В этом есть выгода работы с корневой компанией. То есть, если в Skyway Invest Group вы только работаете, и вам вы заработали 1 000 000 рублей, то Юницкий говорит, что, во-первых, не надо покупать, чтобы выводить, вы можете сразу же деньги выводить. И за то, что вы заработали 1 000 000 рублей, он еще вам дает 6,5 миллионов долей, или номинал у них 447 миллионов рублей. Стоит ли ради этого вообще прислушаться к этой информации? Наверное, не у каждого, да, получается, за всю жизнь заработать 447 миллионов рублей или там, ну, за месяц, за два, да, хотя бы. И в корневой дисконт будет меняться 8 декабря. То есть нужно что сделать? Сейчас дисконт изменится в Свиге 23 ноября, а в корневой только 8 декабря. Получается, что нужно сделать? Первое, это до 23 ноября 2015 года поработать со всеми нерегулярными инвесторами, чтобы они успели купить, как они обычно делают это перед сменой дисконта с нерегулярными инвесторами. Второе, так как по второй стратегии вытекает, что вы до 30 числа можете узнать, на что вы способны, вы можете еще зафиксировать для себя второй дисконт. Может быть, часть этих людей увидит, как вы работаете, и они тоже зафиксируют для себя второй дисконт. То есть у вас будет два фиксированных дисконта. Получается, у вас в любом случае, не может такого, чтобы такого не произошло, у вас в любом случае будут те люди, которые серьезно настроятся на работу. В течение 10 дней, мы уже сколько раз это пробовали, 10 дней они всегда дают результат. Берете активных людей. Первое, это второе, вы узнаете, кто вы есть после этого. Как у нас мэр города бывший любил говорить, кто ты после этого. Да, вы узнаете, кто вы после этого, на что вы способны и как вы идете по нашему плану, по интенсиву. Это 100 назначенных встреч за 2 недели. То есть это на самом деле всего лишь 10 назначенных встреч в день. Мы работаем 5 дней и 2 дня выходные. Отдыхаем, анализируем, разбираем работу. И плюс вы фиксируете себе второй дисконт. Четвертое, когда 30 ноября все у вас люди, которые с вами поработали, и вы тоже поработали, вы делаете себе покупку второго, фиксацию второго дисконта, плюс вся ваша структура тоже покупает второй дисконт, проплачивает, потому что он фиксируется только проплатой. То есть у вас поступают определенные какие-то деньги. И это есть то, на что вы способны. То есть у вас денежный гонорар, который вы можете вывести, да, и решить, как вы им распорядитесь. Мы можем начать следующую работу, более далеко идущую. Это работа с корневой компанией до 8 декабря. Потому что в Skyway Invest Group будет один дисконт, а в корневой компании будет более выгодный дисконт, и в корневой компании будут все документы. То есть у меня есть другие видео, я вам снова их перезапишу по поводу серьезности документов в корневой компании, там вообще придраться не к чему. Там есть сразу же выписка из реестра, там есть сразу же инвестиционный меморандум, вы можете заказать сертификат, там сертификаты такие с подписью Юницкого, как владельца группы компании, да, и мы на прямой связи всегда с Бабулиным еще, с ведущим юристом холдинга компании, с Global Transnet. Вот. То есть вы работаете с 4-го, это вы с 1 еще по 8 декабря, мы работаем по корневой компании с теми людьми, которые серьезно определились. И микроинвесторы, они в Skyway Invest Group, они пойдут, но крупные инвесторы, они идут в корневую без проблем. Почему они идут? Потому что если человек хочет инвестировать хотя бы 1000 долларов и спрашивает, какие у меня будут документы, мы говорим, так у тебя будут все документы, реально, по телефону, он говорит, ладно, хорошо, беру. Потому что, почему он так говорит? Потому что он нас знает уже несколько лет, если вы человеку звоните. Ну, как правило, мы держим свою, как правило, да, кто-то, ну, мы отвечаем за свои слова, и человек успокаивается. То есть, есть все документы, он говорит, хорошо,
и я приеду посмотреть документы. То есть до 8 числа он приезжает, смотрит документы, разбирается, и вы работаете по корневой компании с вашими лидерами. То есть это прямая покупка акций у Юницкого уже в корневой компании. То есть 100% есть все документы у вас в итоге, и плюс 3 плюса ваш успех. То есть вы первое зафиксировали дисконт, второе вы заработали денег, зафиксировали себе еще второй дисконт. Третье, это у вас образовалась команда лидеров. Четвертое, вы научитесь работать с корневой компанией, да, потому что мы уже с ней работаем. То есть 70-80 человек только за 10 дней перерос структуру у меня в корневой компании, когда мы поработали недавно. Да. Пятое, у вас будет технология 100 назначенных встреч. Будет доступ к видео записанное, то есть именно то, что будет эффективно, то есть то, что мы делаем сейчас. Ну и еще много выгод. Все это, ну, есть возможность все это сделать, только нужно начать. То есть нужно определиться, то есть еще раз пересмотреть первое видео, второе видео, третье видео и идти по порядку. То есть можно выбрать план минимум, обзвонить минимум инвесторов, да, и кому-то сказать, что нерегулярно, вы, пожалуйста, инвестируйте. Другое, мы сколько успеем, запишем видео по поводу того, как проинформировать нерегулярных инвесторов о том, что они получат, если они станут регулярными инвесторами хотя бы на $30. Насколько это выгоднее. То есть, а на самом деле, как им объяснить, что пройдет 9 смен дисконтов, 9 раз поменяется дисконт, и они все это время смогут покупать по фиксированному дисконту. То есть часть из этих нерегулярных инвесторов станут регулярными. Конечно же, это тоже повлияет на ваш доход. Часть из этих людей увидит, насколько вы профессионально, да, работаете. И часть из них пойдут в корневую компанию. Работа с корневой компанией — это намного серьезней. И вот это вот... Вот это помогает включить разумность у людей. Потому что 100 тысяч долларов – это небольшой на самом деле оборот. В корневой компании его несложно сделать. Ну, ну и все, связывайтесь со мной, будем приступать. Мы уже начали. Все.